Сегодня Авдеев идет в гости к Володе Солодкову. Дарованию юному, но очень яркому. Отказаться? Да пропади я пропадом, я не откажусь. А тебе известно, что сейчас в масс-культуре все в руках продюсеров? Не буду хвастать, но придется. Короче, я фактически все сделал сам. И после этого, да, он сказал, что, похоже, нашу передачу скоро закроют. Откуда вы узнали про самые темные закоулки моего детства? Каждое воскресенье в 10:00 на Первом Крымском.